Они не носят звания народных артистов, зато они сами вышли из народа. В стенах АГО открывается форум молодежных непрофессиональных театров Алтая «Театр по любви». Они не на работу приходят, они делают это искренне и по-настоящему. А где-то самобытно, и таким людям начинаешь верить, потому что, ну, еще обычно на профессионалах есть некий такой налет и отпечаток, отпечаток ролей, какой-то профессиональной деятельности, каких-то, может быть, штампов. И когда человек не профессионал, он искренний. Один из самых ярких примеров того, что любительский театр может собирать целые залы и выступать на разных сценах страны – творческая мастерская из Барнаула «Home Artisticus». Артисты народного театра уже 10 лет радуют своих зрителей. И для меня этот форум стал чем-то, каким-то способом самореализации и способом узнать что-то новое и полезное. Я не думаю, что я прям пойду по профессии, буду там режиссером или актером, но мне очень нравится этим заниматься и ради, ну, хорошего настроения, собственно, я сюда и пришла. Форум был рожден непосредственно самими представителями молодежи. Вся заявка на конкурс «Регион для молодых», а за счет средств федеральной субсидии реализуется этот проект, была сформирована совместно с молодежью. Каждый в рамках этого форума, конечно, найдет для себя что-то новое, интересное. А самое главное – контакты, полезные контакты, интересные, новые знакомства, что, как не в формате личного взаимодействия, помогает развиваться. Как развивать театральное творчество в современных реалиях? Как существовать любительскому театру? Задать эти и другие вопросы участники форума смогут приглашенным известным актерам, режиссерам, преподавателям. В ближайшие дни уже распланированы мастер-классы, работы с речью, телом и, конечно же, творческий заряд, с которым артисты обязательно поделятся со своим зрителем. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.